в данном случае у нас получилась, конечно же, многослойность, причем очень многослойная многослойность. Удобная вместительная сумка на широком ремне, как я люблю. Юбка плиссе, казаки. Не обращать внимания на голые ноги. Уверена, сейчас будет масса возмущений. Как так, ноябрь месяц, дубленка, два свитера и голые ноги. Но у нас, к сожалению, в этом магазине нет колготок. Здесь, конечно же, будут однотонные темные колготки. Изначально у нас получился образ такой в стиле вестерн. Это сапоги-трубы на плоском ходу. Они очень хорошо работают со свободными струящимися платьями и юбками. Я решила предложить это сочетать, этот образ, с пуховиком. Пуховик – это предмет не спортивного гардероба. И пуховик можно носить не только с джинсами и с кроссовками, но вполне себе с женскими платьями.